Здорово. А ты откуда взялся? А ты меня знаешь, ты, подожди. Что? Нет, смотри, сейчас такой момент. Я буквально на секунду тебя вытащу и верну. Да, теперь я понял, что это ты. Сейчас. Ну, это лично. Ну, вот сейчас я верну. Просто в коридорчик. Нет, не переживай. Да не переживай. Нет, вы будете... Не, ну правда, это важно. Что случилось? Да я сейчас тебя верну. Ты маньяк? Нет. Из чего? Это что-то из чего? Ну подожди, зачем? Ты бы еще фильм на немецком сняла о нас. Сейчас, подожди. Смотри, а подожди, я смотрю, лицо знакомое. Я вообще подошел, как бы, ну, издалека вижу что-то очень знакомое лицо. А мы где общались с тобой? Мы познакомились в торговом доме Москва. В торговом доме Москва. И где? В Starbucks. В Starbucks. Подожди, ты куда бежишь-то, господи? Сейчас тебя... Подожди, мы в Старбаксе, который на... На Манежке. А-а-а! Это ты, короче. Не, я смотрю, просто знакомое лицо, думаю, надо подойти, установить хронологию, восстановить хронологию событий. У нас там не особо, кстати, хорошее было знакомство. Потом я приехал, какой-то злой. Да, и ты... Да вы злой, Ты, короче... А? Ты, короче, выпендривалась, а я был злой, и у нас как-то не сошлось. А закрой, они их там продует. Смотри, но я понял, что это ты. Сейчас, вы можете обратить внимание на меня, звезды? Да. Да. Давай тогда, просто, ну, у нас тогда не получилось, я думаю, что это, как бы, зачем ворошить старое? Хотя ты прикольная, на самом деле, такая вся интересная. Альбатрос. Что ты, альбатрос? Да. А как, напомни, тебя, у тебя имя такое интересное, по-моему, тебя зовут, да? Меня, кстати, Вова зовут. Ты тогда нормально доехала? Да. Понятно. Рыжий человек, тебя как зовут? Офигеть. Такая сразу. Такая всегда. Слушайте, ну ладно, вам мадам. Хорошего вечера. Я буду. День у тебя? А ты его проводишь вот здесь? Нет, мы сейчас поедем в ресторан. Мы тебя будем поздравлять. Спасибо. А сколько же тебе? 25. 25? Ну нормально. А куда поедешь-то? Турандот. А мы просто сегодня в этот, ну как бы я не хочу, но меня друзья тащат в этот, говорю, Дюран, все забываю. Ну мы пойдем просто поужинать сначала, а потом не планировали в клуб, мы можем. А что, приезжайте, мы столик возьмем, как бы, да? Мы это, вас даже посадим. Я бы меня предоплатишь? Да ладно, да. Правда, что ты усадишь? Не, ну просто к тому, что мы обычно, когда идем туда, мы как бы со столом идем, потому что неохота там стоять за баром. Слушайте, ну, а у меня нет же твоего, я, наверное, удалил твой телефон со злости прямо, короче. Ой, заботливый молодой человек. Ну, а кто еще? Она вот пока по молодости, а потом это... Она тебя разозлила? Да, я что-то злой был, у меня был ПМС. А она что-то начала, типа, знаешь, там, подвези меня туда, подвези сюда, и мне не понравилось. Нет, просто просил, подвези меня до Арбата или куда-то. Короче, я заехал на 5 минут поздороваться. Она да. Это самое, ну с ней на работу, да. Она начала мне что-то подвезти туда, подвезти сюда, я что-то, блин, разозлился, думаю, я что, таксист, что ли, не знаю. Ну, короче, это мои личные тараканы взыграли, да. Видимо, ПМС точно. Не, ну а почему нет-то, господи? Ну, я, видишь, заехал, реально, имея в 5 минут свободного времени, и куда-то повезу, но это же не вариант. Ладно, фиг с ним, смотрите. Фиксик. Поскольку я у тебя уже телефон брал, и ты его... Ну, мои мамы. Ты его уже удалила. А вы вместе сегодня будете, да? Да? А давай вот я с тобой свяжусь, и мы сконнектимся. Рокировка. Ну а почему нет? Ничего страшного, на самом деле. Ты опять не возьмешь трубку, потому что я тебе когда первый раз звонил, ты трубку... Не, ну это же выбор, на самом деле. Записывай. Подожди. Как-то я соскучился без, по айфону без чехла, потому что у меня в чехле все время. Знаешь, я тоже поняла, что... Но это опасно, слушай, потому что, да, вот у многих женщин такая проблема, что у них раздолбанный. Да, держи, ты держишь, да, чтобы... Да, я... Это не я, если что, его уронил. Слушай... Короче, ладно, не, ну, возможно... Тихо-тихо, мы будем прощаться. Возможно... Ты, она такая теплая, кстати, как это, знаешь, какой-то зверек. Даже сейчас тебя тоже будем внимать. Не, ну я бы с удовольствием увиделся. Вы вообще моим друзьям понравитесь. Все, пока. Хорошего вечера. Счастливо.
как выяснилось позже в процессе, я подхожу туда, но вы там все услышите. И как бы говорю привет, вернее, еще не успел сказать, а такая поворачивается, говорит, о, привет. Я думаю, блядь, а кто это? Ну, лицо знакомое, а так потом только вспомнил. Короче, познакомился с девушкой в Старбаксе. Потом что-то пытался ее вызвонить, а она что-то, знаешь, типа трубку не брала. Ну, то есть такая полусливалась. Ну, видимо, может быть, косяк во мне там недозаинтересовал. А потом как-то мы с ней прям это договорились. Она говорит, ну да, подъезжай, я типа это, ну, на работе. Я говорю, я подъеду на 5 минут поздороваться. Я подъезжаю, и как бы по ходу дела ей тогда было на меня похуй. Ну, такое тоже бывает, я же, ну, не царь и бог. И она, видимо, хотела, чтобы я просто куда-то довез. И я это понял, я это вывесил, я же сказал, я тебе не такси, я никуда не поеду, типа, давай, все счастливо. Ну, в общем, разосрался с ней, да, а сейчас просто так получилось, что, ну, встретились. Естественно, я им звонить не буду. Ну, хотя можно было, а, в принципе, ничего. Вот, но, ну, как бы, бывают такие штуки. То есть в Москве тоже можно встретить девушку, с которой ты уже знакомился, и такое уже не первый раз. Здорово, на связи Шамшурин, и, как бы, хочу тебе сказать что-то по поводу своего графика. Во-первых, по поводу декабря. У нас остался последний месяц в этом году, фактически, это декабрь. Что могу сказать? По поводу декабря то, что это отличный месяц для того, чтобы как-то изменить свою жизнь и в Новый год уже шагнуть уже другим человеком, да, и, соответственно, начать жизнь с чистого листа, там, бросить курить, не знаю, перестать дрочить, устроиться на новую работу, начать ходить в качалку, бла-бла-бла и так далее. То есть декабрь – это отличный месяц. И всегда было так, что в декабре было очень много клиентов на мои тренинги. Последние годы было так. И сейчас то же самое. Вот. Но обычно я работал как бы с выходными и с какими-то там промежутками, потому что мне нужно время еще для того, чтобы работать за компьютером, писать программы и так далее. Сейчас я решил, что весь декабрь я буду работать только с клиентами. Значит, смотрите, по поводу моего графика и вообще графика мероприятий. Если вы все-таки решили в Новый год войти абсолютно с новыми навыками, с новыми знаниями, с новым отношением к миру, к себе и к женщинам, то, значит, график такой. До 5 декабря меня не будет в России. Я приезжаю 5 декабря. И до 25 декабря я работаю без выходных с клиентами. Весь месяц. 25 декабря мы тоже улетаем куда-нибудь в Индию или куда-то еще. И в январе я работать не буду. То есть в январе у меня будет отпуск. По поводу этого я еще скажу вам. У меня будет для вас информация какая-то ближе туда. Но, в общем, если вы хотите записаться на индивидуальный тренинг, либо на групповой, 12 числа стартует группа. 12 декабря. Это две пары выходных, и между ними два занятия в полях. А также есть еще несколько мест на индивидуальные тренинги со мной и с моей командой. Поэтому, ребята, жду вас. Декабрь – отличный месяц, еще раз, для того, чтобы начать жизнь по новой. Поэтому увидимся в декабре на моих тренингах. Приходите. Пока.